Мы доехали до нашего пляжа Махмутлар. Посмотрите здесь, сколько сегодня отдыхающих. Сегодня по-настоящему жарко. И, конечно, я решил поддержать вот этих девчонок и тоже искупаться. Я уже вот даже почти разделся, сейчас быстро скину штаны и с вами выдвигаемся. Правда, волны сегодня здесь, конечно. Вон, пацаны, короче, тоже хотят. Нет, ребят, нет, можешь снять футболку. Так, сейчас пойду пробовать, значит, воду. Я уже, как говорится, готов. Главное, не выронить камеру. Не, вода кайфовая. Вот еще человек стоит. Ну, как бы, нормально. Буди, Родион. Ух, смотрите, какие волны. Тут просто еще и камни. Ой. Я сразу говорю, я не буду камеру нырять. Просто окунемся. Ну, вода точно теплая. Вот прям вообще огонь. Блин, какие тут плиты. Как отсюда потом выходить? Уа! Сбила, сбила волна. Леха-муха. Слушайте, ну да. Блин, где-то бы песочек был бы, было бы попроще. А так, конечно, ух, повсюду. Ой, смотрите, какая волна. Ой-ой-ой. Здесь, короче, на самом деле можно вообще ног лишиться. В самой Алании попроще, вот в Алании нет плит. Капец. Ой-ой-ой. Ух, теплая, очень, кайф. Не знаете, что можно сделать? Вообще просто сесть вот так вот вместе с вами. Ух! О, от души. Ой-ой-ой. Я не представляю, как здесь нырять. Камни просто трындец. Самое интересное, что их не видно. А море нереально соленое. И вот, в отличие от Сочи, ты как бы не настываешь. Так, надеюсь, меня видно, слышно. Ой, хорошо, какая. Ух ты! Класс! Ай-яй-яй! Встаем. Да. Купаться и купаться, но камни жесть. Еще волны. И волны сбивают с ног. Вот меня сейчас так нехило протащило по этим камням. Опасная тема. Вот смотрите, сейчас волна уйдет. И вы посмотрите, насколько они сильные здесь. Да, видите, сегодня прям тот день, когда все купаются. Ох, пошел. Может быть, там заход попроще, я не знаю. Пойду прогуляюсь, посмотрю. Но здесь, конечно, кобздец. Да, ноги поразбивать себе можно. Расплюнуть. Ну, попробуем сейчас зайти. Хорошо. Хорошо. Да, здесь песочек. Ух ты. Класс. Вот сколько я уже времени нахожусь в воде. Вообще хорошо. О, все, окунулись. Класс. Ой, какие волны идут. Посмотрите, какая волна. Ой-ой-ой. Да, от души, это не Сочи. Ой, там еще какая волна идет прямо на нас. Ой, класс, слушайте, вылазить-то вообще никак
неохота водиться, просто классная. Очень надеюсь, что вам меня слышно. Смотрите, какая волна. Ни хрена себе. Ладно, все, наверное, пойду сохнуть. Все, последнюю ловим. Еще одну. Ой, какая здоровая. Камни все в перемешку. Фух, ужас. Как и обещал, мы вместе с вами покупались наконец-то. Кто думает, приезжать в Турцию или не приезжать? Будем купаться, не будем купаться. Приезжайте, купаются люди. Вон те девчонки до сих пор из воды даже не выходят. Ну, я думаю, что и завтра еще покупаюсь, и послезавтра буду купаться. Вода вообще кайфовая. Вот если в Сочи в это время уже она ледяная, купаться можно, но она очень холодная, то здесь я заплыл, поплавал от души. Да, декабрь на дворе, пацаны в воде, да, Тёмка? Да. Пойдем, сходим, в море потрогаем. Теплющее, яд накупался, а детвора вот так вот. Волны резко прям поднялись, их не было. Я